это вторая часть. Тут Изабелька появилась. Это наш новый новый член нашего канала. Тебе сколько? И 7. Как Миша. А это Вика. Он такой. Не мальчик ушел там, а вот в ферме. Что будем делать сегодня? Да. Что да? Мы сегодня пробуем вкусняшки от 200 рублей. Короче, мы меньше 100 потратили и остались еще 100 с чем-то. Куда пойдем? В Эверик? В КБ? В КБ давай. А потом в Эверик, хорошо? Ок. Все, идем, здесь закажите собачку. У меня она закончилась, они все сожрали. Мне не оставили. А мне не оставили. Ты мне обещала, когда я буду на жвачку, ты мне дадишь. Ну я тоже хотела попросить, но они все сожрали. А ты почему не дала? Нельзя просто сказать, нет, нельзя. Да я же не знала. Ну они же не отстанут от меня теперь. Сейчас, нет, а у тебя нет самоката, что ли? Нет, он, наверное, у мамы в машине. А, ну ладно, мы медленно будем тогда ехать. Поехали. Ладно, в следующем видео попробуешь. Ну ладно. Если что, тут телефон есть. Телефон? Да. Ну там лимит времени сейчас. Лимит времени, поэтому не трать время. Но я не тратила. А у меня нет лимита времени. Мне хоть целый но день. Это понятно. Почему? У меня никогда не было родительского контроля и лимита. Смысле? Да. И знаешь, когда тебе было 7? Да, когда мне было 7, тоже 5, не было. Не, у меня только в 7 появился. Нет. Прям на день рождения в 5 появился у меня. О, не в 5, а в 7. У меня в 5 вообще не было. Я тоже в 5 я вообще не знала, что такое телефон. Ты я вообще не... я знала, но... я была умная, но я не играла в телефон. Я в 6 только начала. А все мне дали телефон свой. И у меня там было много памяти, хотя он был старый, конечно. А чей это был? Это моей тете был телефон старый. Я его раздолбала. Нет, украсила. Он же украсил. Нет, это мой телефон. Мы его купили. А. Это мой третий телефон. А вот самый первый мне подарили. А у твоего брата 5 телефонов уже. В смысле? Ну, точнее, у него только... У него в 6 лет уже появился телефон. Прикинь. Просто 4 телефона раздолбал. В смысле, нет? Он вроде бы 2 раздолбал. Нет, он вообще не раздолбал. Это я, когда у меня было 15 минут, разбила маме телефон. Я начала. Мама меня просто наругала, но по жопе не дала. Тогда она Мишу с ложечки кормила тыквенным вареньем. Ну, а ему было вкусно. Он даже на видео даже есть. А я бежала, споткнулась, об ракетку упала. А у меня таймер звенел. 15 минут! Ну, что надо сдавать телефон? Это у меня только в 6 было. А в 7 у меня вообще нет никакого.